Женственность. Ну, я понимаю так. Женщина не только что внешне она женственная. Она должна быть доброй, ласковой. Прежде всего. Женственность – это тонкое понимание жизни, всего живого на земле, хорошие отношения, любовь к человеку, любовь, да. И, по-моему, это свойственно каждой женщине. И это есть, именно именуется вот этим словом «женственность». Уже нет чувства страха, нет чувства робости и боязни перед всем этим. То есть это работа, это надо, это делается. Ну вот эта вот робость, то, что вы говорите при том, что женщина робкая, да, это вы имеете в виду. Слабая, робкая, слабая, там, падающая в обмороки и прочее, когда она увидит кровь. Может быть, это, я не знаю, может быть, кому-то присуще, но у нас это уходит, вот это вот чувство робости перед кровью, перед грязью. То есть это твоя работа, я помогаю больному. Ну, наверное, вы знаете, сейчас же женщине, в общем-то, очень трудно быть робкой, тихой при теперешней такой жизни, при такой нагрузке, наплыве всего. В общем-то, робкая женщина, она как-то всегда в стороне от всего. Поэтому сейчас женщина должна быть напористая, активная, инициативная. Мое желание поступить сестре милосердия встретило сильную оппозицию родных и знакомых. Моя молодость прошла в выездах, занятиях музыкой, рисованием, балами. И, может быть, я вполне заслужила бы от нынешних девиц, посещающих лекции и анатомические театры, название кисейной барышни. Из воспоминаний Екатерины Михайловны Бакуниной. Тысячи профессий на земле, и лишь одну назвали вот так, как родного человека, сестра. Сумеют ли они оправдать это звание? Достанет ли доброты, любви? Впрочем, пока их волнуют другие, такие обычные в этом возрасте вопросы.
Я сразу остановлюсь на несколько таких вопросов жгучих. Можно ли целоваться в первый вечер? Тогда тут же может последовать второй вопрос. А во второй вечер можно? Что делать, если мне сегодня понравился один человек из съемочной группы, а он этого не замечает? Поэтому попрошу вас так повнимательнее обозреть аудиторию и увидеть направленный на себя взгляд. Что ж, юности свойственно веселье. Но педагоги знают, жизнь скоро поставит перед ними другие вопросы. Потребует самоотверженности и силы духа. Как подготовить их? Им объяснят, как делать уколы и перевязки, ставить горчичники и банки. Они выучат название множества лекарств. Но как научить их подчинять себя интересам больного и не терять при этом чувство собственного достоинства? Несколько вопросов касаются отношений учащихся с учителем. Можно ли, имеет ли право учитель оскорблять учащихся? На мой взгляд, никто не должен оскорблять, не имеет права, вернее, так сказать. А учитель тем более. Эти вопросы не предусмотрены программой, но как важно, чтобы и они не остались без ответа. Директор Рижского медицинского училища Янна Альбертовна Савдане. Почему девушки груби между собой? Почему? Я вам должна задать вопрос. Ну, откуда эта грубость? А может быть, посмотрите на вас, и от вас эта вся грубость идет? Вы представляете, как будут говорить ваши дети, каким голосом, каким тоном? Вы спрашиваете, можно ли повысить тон? Иногда страшно становится слушать, как девушки обращаются друг с другом. И когда все глубже я вхожу в эту ситуацию и вижу, что дома примерно 70% детей имеют только или там одних матерей, и что дети даже не знают, что это семья, как должна любовь и доброта развиваться в семье. Тогда мы не можем и спрашивать от наших учащихся, почему у них мало доброты по отношению к больным. А дети ведь хотят, чтобы их ласкали. Например, дочка моя, 17-летняя, она говорит, как бы я желала, что ты, я каждый день возвращалась из школы, и ты меня бы встречала с теплыми булочками, посыпанными корицей. При опросе, кто же твой любимый человек? Опрашивается курс. Они называют Карла Готца, Раймонда Пауса. И очень редко, когда звучало, что мой любимый человек – это мама. И очень болезненный вопрос сейчас, что многие девушки считают, что возможно в жизни прожить без отца, без отцовских рук, без отцовской ласки. Мое детство было очень солнечным. Вообще, моя юность, несмотря на то, что ведь послевоенные годы, это все было сложно. Иногда я ведь сейчас, когда рассказываю, я сама не верю, как будто я участвовала во всем этом. Я действительно пасла коровы. Был определенный круг обязанностей, которые, ну и не всегда мне особенно они нравились. Но в тот же самый момент мы так близки были к природе, что я могу сказать, что самые-самые прекрасные воспоминания – это мое детство, потому что солнечный закат, ржаное поле, речка. Ловили раков беспрерывно, с утра как вставали. Бабушка уже нас ждала с большим блюдцем, полным вареных раков. Работа на поле, лошади. Вот это самое прекрасное. Но я в том возрасте, например, знала, что я обязательно буду медиком. И вообще-то затруднение выборе профессии, и вообще-то, чтобы так я как-то планировала жизнь, что это, может быть, мне не удастся, я была уверена в себе.
вот с 12 лет я более или менее часто бывала на операциях. В таком, можно сказать, нежном еще возрасте детском. И как-то всю свою жизнь я даже не мыслила себе другого. Не представляла себе, что я буду заниматься чем-то другим, кроме хирургии. Елена Васильевна Потемкина, ныне хирург, профессор, во время Отечественной войны совсем девочкой помогала во фронтовом госпитале своей матери Марине Петровне Голиковой. Надо сказать, что я выросла в семье, где медицина была совсем рядом со мной всю мою жизнь. Потому что мой отец был врач, терапевт, а мама была медицинской сестрой. И не просто медицинской сестрой, она была ведь операционной сестрой. И работала она со знаменитым хирургом Сергеем Сергеевичем Юдиным. И самые ранние мои детские впечатления, начиная примерно с 5-летнего возраста, связаны были уже с медициной. И ореол такого хирурга, как Сергей Сергеевич Юдин, очень культивировался в нашей семье. У Юдина Сергея Сергеевича были необычайно красивые движения во время операции. И этот артистизм, который вот очень многие потом подчеркивали, он был свойственен его натуре. Он не играл, он был таким. Вот, плавность движений, слаженность работы между ним и операционной сестрой. Операционной сестрой была моя мама у него. И я прониклась к ней еще большим уважением и любовью вот, в результате того, что я наблюдала ее за работой. И вот эта работа совместная, это необычайное трудолюбие, это стремление к эстетическому выполнению операций, это постоянное чувство долга, которое им руководило всю их жизнь. Когда постоянно видишь перед собой трудолюбивых людей, увлеченных своим делом, то просто невозможно не подражать. Вот уже несколько лет почти во всех медицинских училищах нет конкурса. А те, кто пришли, все ли они правильно выбрали профессию? Ну, мне кажется, например, что в медицинские училища люди идут нередко, только потому, что больше некуда идти. Не хотят в другое место идти. Им гораздо приятнее, может быть, по их представлению, работать в чистых условиях медицинского какого-то учреждения, чем работать, скажем, на грязной работе, как они считают, где-то у станка. Я не могу себе представить те тесты, по которым можно было бы отбирать людей вот так вот. Это слишком тонкое дело. Вот проявление доброты, ведь вы сами понимаете, что не так-то легко их выявить вот у молодого человека, когда ему лет 16-17, когда он только впервые переступает порог медицинского училища. Но в процессе учения, уже на первом курсе, наверное, можно выявить людей, которые не годятся для работы. Любые проявления жестокости, мне кажется, вообще исключают работу в медицинском учреждении. Мне не очень понравилось, как я там лежала, потому что все время врачи приходили и щупали, то и щупают, щупают. А медсестра мне только одна понравилась, которая ухаживала за мной. Потому что она ходит не быстро, ее можно быстро догнать, а те бегут прям как сумасшедшие. И чем мне еще понравилось, потому что она приходит, она старается аккуратнее шов не дотрагиваться, а те приходят сразу своими этими закорючками. И мне не нравится. Ага, как же, кажется, так начинают сразу. Мы будем целый месяц лежать. Врачей не помню. Там хорошие очень медсестры были, хорошие очень были. Добрые и красивые. А я не знаю, как их зовут. Они вообще к нам не приходят, потому что они злые и никогда не подходят к детям.
Я уверена, что милосердие не пропало. Оно ведь и живет в каждом из нас. Но другой такой момент, что вообще-то он в жизни не проявляется так пышно, это милосердие, потому что слишком жестокий век общества стало, если так можно откровенно сказать, более жестким. Атмосфера, царящая иногда в больнице, не создает условий для этого милосердия. Милосердие — это не только хорошие слова и утешение, и манипуляции. Это даже движение, это взгляд. Руку положишь на голову, и она говорит, ну как же, насколько же легче. Понимаете или нет? Ничего не делаешь, просто вот положишь ей руку на голову, и ей легче уже. Она говорит, погладьте меня. Ну как, разве откажешь в этом погладить ее по голове и потрогать ее руки, погладить? Ей уже легче. Умение себя настраивать, умение очень гибко настраивать на любую ситуацию. Не выражать ни своим выражением лица, ни хаотичным движением рук. Иногда ту нервность, которая буквально все дрожит внутри, а сам ты спокойный, больному говоришь, спокойно, спокойно, все будет хорошо. Это очень большое умение. Наверное, только в комнате отдыха можем себя чувствовать свободно, зная, что постороннего глаза не будет. Не промокло? Нет. Все нормально? Детское отделение Института Вишневского. Здесь делают операции на сердце. Давай померим температурку, а? Рома, померим? Роман, а ты не можешь рассказать, что означают эти бантики? Тут много силы. Что-что? Быстро выздоравливать. Чтобы все хорошо было, да? А кто тебя завязал? Девочки. Ну, у нас такая традиция вроде заведена очень давно уже. Это в течение 10 лет. Ребята, которым уже сделали операцию, и ребят, которые идут на операцию, послеоперационные ребятишки завязывают бантики ребятам, которые идут на операцию. Именно в этот день, когда их забирают, и ребята послеоперационные приходят и завязывают бантики, чтобы все было благополучно, все было хорошо. Температурка у нас хорошая. Ром, давай я тебя посажу поудобнее. Ты так плохо лежишь. Давай мы поправим рубашечку, давай потихонечку. Вот умница. Молодец. Давайте. Сажу буду. Вот. Молодец. Давай ляжем. Так. Ром, а ты сегодня шарик надувал? Нет. А почему? Я телефон надувал. Телефон надувал? Нужно надувать телефончик обязательно. Чтобы ты поправился, чтобы у тебя легкие хорошо дышали. Давай с тобой надуем шарик. Давай. Значит, потихонечку. Сначала делаешь вдох и выдох в шарик ротиком. А через носик вдыхаешь. Вот, молодец. Вот. Хорошо, хорошо дышишь. Не спеши. Медленный вдох и медленный выдох. Все-таки надо больше заботы проявлять о медицинских сестрах и о медицинских средних работниках.
Медицинские сестры, если узнать их быт и их жизнь вне стен медицинского учреждения, то выясняется, что многие из них живут десятилетиями в общежитии. Вдвоем, не в одиночку, а каждый человек все-таки требует, чтобы в свободное время он мог уединиться. Это требование абсолютно необходимое для любого человека. У них семейная жизнь складывается очень тяжело из-за этого, потому что у них нет такого выбора, который имеет женщины, обеспеченные жилплощадью там, и прочими делами. Ну, не надо закрывать на это глаза. У них нет никаких преимуществ в смысле их отдыха. Нет ни специальных каких-то домов отдыха, санаториев, которые бы строило Министерство здравоохранения. Значит, в этом плане они тоже меньше обеспечены, чем кто бы то ни было другой. У нас нет даже детских, дошкольных учреждений, специальных для медицинских сестер. Но, будь моя воля, я бы, конечно, построила на территории вот такой большой больницы хорошее общежитие с отдельными комнатами, хотя бы пускай это было гостиничного типа, но чтобы медицинская сестра после тяжелой, напряженной работы, особенно операционная сестра, чтобы она могла прийти и принадлежать себе, чтобы она могла уединиться, чтобы она могла подумать, чтобы она полноценно могла отдохнуть, не считаясь со своей соседкой по комнате. Когда смотришь, как эти, не знаю, как их назвать, сестры злые, кричат, думаешь, боже мой, так попадется. Ладно, еще в таком нормальном состоянии человек, а тяжело больной. Просто страшно. В общем, наверное, это и послужило толчком. Лена Руденко после второго курса оставила технический вуз и поступила в медицинское училище при Боткинской больнице. Почувствовала, что, наверное, смогу хоть как-то облегчить, помочь больным людям, которые, в общем, попадают в такую обстановку, что здесь внимание и сострадание элементарное, в общем, необходимо очень. Сейчас мальчика родим, наверное, с тобой, Таня? Мальчика, да? Желательно. Нам надо мальчика, потому что у нее есть девочка. Клавдия Федоровна Панина работает акушеркой вот уже 30 лет. Ну, давай еще нам покричи, покажись. Вот так, хорошо. Я рано осталась сиротой. Ну, как сиротой? Папа погиб на фронте. Я очень любила отца. Отец был чудесный человек. Мама нас воспитывала четверых одна. А мы жили в деревне. Деревушка очень красивая. И вот я до 15 лет там в этой деревушке жила. А потом уехала учиться. Я даже помню, как я на практике была. Касимове. Первый раз увидела роды. Пришлось так, что рожала преподаватель нашего училища. И я плакала. Так мне было жалко ее. И я стояла около нее и плакала. Она меня очень любила. И говорит, ты смотри, роды смотри, запоминай все. А я стою около ее головы и плачу. Ну, вообще, человека, который поступает в медицинское училище, зависит очень много. Во-первых, зависит не сломаться. Мы привыкли, что здесь, в училище, все хорошо. Даже уколы, даже этот уход за больным мы тренировались, учились или на манекенах, или на себе. Когда подходишь в первый раз к больному, трясутся не только руки и ноги. Вылетает из головы все, чему тебя научили, абсолютно все.
Ну, самая первая практика у нас была в отделении реанимации на первом курсе. Первое ощущение, конечно, страшно было. Подкосились коленки. Больные еще спали, а я думала, что они без сознания. Все думали, что же я с ними буду делать. Дали нам по больной каждому. Думаю, я с ней не справлюсь. Оказывается, просто они спали, когда проснулись, уже это ощущение прошло. Первый укол тоже запомнился. Тоже там же. Руки трясутся, шприц не собирается. И опять это бессилие перед смертью. Что уже ничем нельзя помочь. Достаточно молодые люди ходят. Думаешь, жил человек, только что дышал. Вдруг нет. Даже объяснить себе невозможно. Все силы, все, что возможно, направить на то, чтобы продлить, вернуть человека к жизни. И страшно, когда это, в общем, по вине той же сестры там отлучилась, и в какой-то момент ведь это совсем немного, человек уже не живет. Я только думаю, если умирает человек, и если он уже умер, я должна помогать себе родственникам. Они рядом стоят, и я должна с ними говорить и держать в себя руки. Хотя мне хочется иногда и плакать, когда, особенно когда молодые люди умирают. Привыкнуть? Нет, нельзя привыкнуть. Ну, я не умею сказать. Плохо говорить, наверное. Привыкнуть нельзя, но только так, чтобы мне показать. Внутри это все переживается очень. Нет, но сказать, если что вот реакция вот обычного человека и реакция медика на смерть, безусловно, конечно, она разная. И у медика, вот, ну, я как говорю конкретно о себе, есть какое-то, ну, привыкание какое-то есть все-таки. Нет. К смерти есть, нельзя привыкнуть, нет. Да, нет? Нет, есть. У нас даже великие как, люди. Сколько смертей не было, и ни одну мы просто падали. Так... Ни к одной мы просто так не отнеслись. Все равно начинается обсуждение, а надо было вот это сделать, а еще бы, если бы вот это, а если бы еще вот это, а если бы вот еще и побыстрее бы, то, может быть, бы мы все-таки бы что-нибудь сделали.
я не верила, никогда не верила, что меня может задеть осколок или пуля. Вот не было у меня, почему это меня? Но мне казалось, что я сделана с какой-то другой брони. Что ничто меня не возьмет, и я не верила в то, что может человек убить. Хотя вот я видела, вот. Вот у меня такая вера была, что никогда. После демобилизации сразу с фронта я 9 месяцев работала в 9-м родильном доме. Но мне казалось этого мало. И мне казалось, хотелось более такого широкого, вот именно фронтового такого размаха в операционной работе. И я, услышав о институте Склифосовска, так сказать, пошла туда. Операционная сестра Любовь Степановна Татаренко закончила медицинское училище перед самой войной. В 41-м приняла присягу и сразу на фронт. Было ей тогда 17 лет. Операционные сестры, такая вот всеобъемлющая доброта и милосердие, они должны немножечко отходить, может быть, даже на второй план. Наверное, так же, как у хирурга. Хирург должен преодолевать в себе жалость в каких-то ситуациях. Потому что если он поддастся жалости, то он не сможет выполнить свой долг по отношению к больному, когда приходится переступать через это ощущение. Любая операция, собственно говоря, когда мы вскрываем человека, делаем ему какой-то разрез на его теле, наносим ему таким образом рану, это все-таки какое-то переступание через собственную жалость. И не всякая операционная сестра будет хорошо работать, как медицинская сестра. Это совершенно другой характер должен быть, и то, и другой. Разный характер. Но я бы сказала, что сейчас немножко изменились отношения между хирургом и операционной сестрой. Не только я, но и многие мои коллеги-хирурги не придают большого значения личности сестры, с которой они работают. Не придают значения привычкам, не придают такого большого значения постоянству работы с одним и тем же, с одной и той же операционной сестрой. Это не только мое мнение. Сейчас я думаю, что общий уровень, профессиональный уровень сестер операционных, он, наверное, в среднем вырос. И поэтому каждая операционная сестра, которая работает у нас, скажем, они абсолютно взаимозаменяемы. Ну, вообще, привыкаешь, конечно, к определенной сестре, когда длительное время работаешь с одной сестрой, это большое значение имеет, поскольку сработанность большую роль играет в нашем деле, сработанность всей хирургической бригады. Иногда сестра должна и раньше хирурга понять, что нужно, какой инструмент подать в данный момент. Это очень важно иногда бывает. Общее чувство ответственности, в общем-то, больной доверяет жизнь нам. Говорит хирург, доктор медицинских наук Вадим Сергеевич Помелов. Нет, конечно, не каждая сестра, не каждая девушка может быть операционной сестрой, хорошей операционной сестрой. Тут должна быть определенная собранность, чувство ответственности за свое дело, вот, четкость в работе. И внимание к мелочам, поскольку сестра – основное лицо, которое обеспечивает асептику во время операции. Вот, поэтому, мне думается, не каждый может. Операционная сестра. Что это за профессия, которая доступна только женщинам? Ведь она так тяжела,
и требует порой такого неженского мужества. Я попала в самом начале в плановую операционную, попала к очень строгому хирургу, который, может быть, где-то в силу своих больших знаний, где-то в силу своего характера, в общем-то, он из меня соки жал. И вот тогда, по первости, мне очень хотелось уйти. Я много плакала, переживала все это, и утром, когда я приходила, и мне снова надо было к нему мыться, у меня опять уже слезы сами по себе катились. Вот тогда мне хотелось уйти. Но я не знаю, почему я. То ли потому, что мне это понравилось дело, я осталась здесь. То ли, ну, не знаю, почему, в общем-то, осталась. И сейчас не жалею. Не жалею, что я осталась. Трудно, конечно, трудно, тяжело. Но я не знаю, то ли, может быть, я по характеру такой человек. Я, если бы я попала в любое другое дело, может быть, я то же самое так бы работала, добросовестно, честно. Или, может быть, это действительно мое дело, я нашла его. С самого начала, с первых азов уже начинает, что ты не только операционная сестра, которая кидает или подает железки. У нас ведь есть хирурги, которые говорят, ну, понимаешь, операционная сестра, ну и подавай себе железки. Наталья Ларичева работает операционной сестрой 20 лет. Нет, конечно, можно. Можно стоять и подавать железки. А можно чуть-чуть, когда тяжелые моменты бывают во время операции, даже опередить хирурга в его мыслях. Он еще только подумал тебе дать, сказать, что вот ему нужен такой инструмент. А ты ему уже его подаешь в руку. О самоотверженной деятельности сестер милосердия надо спрашивать не меня, потому что я при этом не беспристрастен, ибо горжусь тем, что руководил их благословенной деятельностью. Николай Иванович Пирогов. Сестринское движение в России родилось более 100 лет назад, во время Крымской войны. Эти женщины в трудное для Отечества время первыми вступили в крестовоздвиженскую общину сестер милосердия. «Были среди нас, — писала настоятельница общины Екатерина Михайловна Бакунина, — хорошо воспитанные, полувоспитанные и совсем простые и безграмотные. Были такие, которые до поступления никогда и не слыхали, чем должны быть сестры милосердия, но все трудились, не жалея сил и здоровья. В моей тихой и уединенной жизни, в глубокой старости вспоминала Бакунина, мне кажется иногда, да точно ли все это было, и я ли это видела. Но когда я всецело погружаюсь в воспоминания, зеленый луг, сосновая роща перед моим окном пропадают из глаз, и я вижу площадь,
ряды французского войска, идущего на Малахов курган. Я не хочу в подробностях описывать все эти страдания, все эти операции, мучения, крики. Это продолжалось не день, не неделю, не месяц, а месяцы. Это уникальные кинокадры знаменитой Дарьи Севастопольской, снятые в честь 50-летия победы в Крымской войне. Имя Даши Севастопольской, 15-летней девочки, дочери матроса, погибшего при Синопском сражении, было легендарным. Она прославилась своим самоотверженным и бескорыстным служением раненым. «Доказано уже опытом, – писал Николай Иванович Пирогов, – что никто лучше женщин не может сочувствовать страданиям больного и окружить его попечениями, неизвестными и, так сказать, несвойственными мужчинам». В чувстве общего патриотизма родного отечества нашего желаю поступить в крестовоздвиженскую общину сестер попечения для хождения за больными воинами русской армии на всех условиях для этого существующих. Принимаю смелость умолять удостоить меня быть участницей в обществе сестер милосердия для помощи моим воинам, страждущим от ран, полученных при защите святой Родины и ее правого дела. Когда каждый из верноподданных сынов России приносит посильные жертвы на пользу Отечества, возымела я по непреклонному душевному стремлению посвятить жизнь свою на служение страждущим России. Во время Великой Отечественной войны на фронте погибли десятки тысяч медицинских работников. Большинство из них – медицинские сестры.
родишь, потом я тебя напою и чаю напою. Ой, все. Сахаром. Сахаром, чаем напою. Все. Давай, девочка, давай. Давай, мой золотой, давай. А теперь открой рот. Ну кричит, кричит.